только что заметила, я была в шоке. В общем, вот эти вот шишки я вчера вечером выкладывала вот такой вот состояние. Сейчас я достану и покажу. Я их специально такими собирала и думала, что все, они такие и останутся вот закрытые, красивые. А они стали пушистыми, прикиньте, на батарее. Честно, я не знала, я была в шоке утром, когда вот это увидела. Это просто тогда идеально, просто идеально. В тележке с игрушками? Это музыкальная шкатулка. Она похожа на озеро. Тук-тук стучит по озеру, как по барабану. Не так. Хоп-хоп покажет тебе. Похоже, тук-туку очень хочется в туалет. Горшок! Садись скорее, тук-тук. Получилось. Молодец. Что там, снег? Красивый? Ну что, мы сейчас будем украшать этим всем вот эту вот прекрасную елочку. Да, Заюш? Ага. Ну, конечно, вот это все там, мы еще эти все штуки, это мы потом будем делать, это будут DIY наши, которые мы попридумывали. Ну, как попридумывали, у меня появились идеи, появилось вдохновение, мы это будем делать, только не сейчас. Первое, что мы будем делать, это будем украшать елку, потому что DIY это можно делать и ночью, когда спит наш ребенок, а елку украшать можно только сейчас. Поэтому сейчас мы всей семьей будем наряжать елочку, а я пойду освобожу там место и будем уже это все делать и снимать на видео. Так, вот такая вот елочка у нас получилась обалденная. Сейчас мы поубираем на полу немножко, для того, чтобы можно было приступать уже к самому наряжению. Мы немножко убрали вот здесь вот все штуки, для того, чтобы подвинуть больше, чтобы был хороший проход и было все шикарно. Что, зайка? Папа не взял тебя? Маленький. Опа, вставай, давай. Вставай. Папа, включи еще режим. А, это максимально? Вот здесь под данным блесточки. В общем, будет сейчас красота.
Я вот что тут подумала, если мы будем снимать на постой, то это будет очень долго. Поэтому мы будем периодически включаться и показывать вам, как мы наряжаем елку. Да, это не будет прям супер такое рождественское видео. Но пока я не вижу реальности это делать с Дануликом, типа красиво, качественную съемочку. И это, на это уйдет очень много времени. Опять же таки, у нас условия, у нас маленький ребенок, который скоро будет спать. И да, он днем спит. Короче, поэтому, естественно, не получится супер съемка, но все равно мы сделаем вот эту красоту в доме, да? Ну что, Зая, у тебя есть новогоднее настроение теперь? Да, ты да? Что, не слышала, как я только что возмущался? Смотрите, какая красота у нас. Обалдеть. Но это еще не все, это у нас основа. А для красоты мы выбрали индивидуальные игрушечки. Да, Зая? С любовью.
день. Ничего себе. Включи еще другой режим. Там, где все горят, например. Внизу, внизу. Если вы сегодня ожидаете красивое видео, то как мы украсили, вы его не получите. На самом деле у нас просто Дан уснул уже. Мы сидим на кухне, поужинали и еще не доукрашали. Я завтра думаю, мы доусовершенствуем и вот отснимем красиво. Да, в этом году совсем не получилось милого, красивого видео, то как мы наряжаем, но если я это представляла немножко более профессионально, нежели получилось, потому что ну, нереально это было реализовать, так как Данулька... Ну, в общем, Данулька есть Данулька, да? Не обвиняй моего ребенка. Я не обвиняю ребенка, я говорю... Конечно. Не играй в игру. Я не играю. Это не игра. А что это? Ты серьезно? На самом деле, ну, Данулька просто не совсем готов еще быть взрослым мальчиком. Мне это надо понимать, принимать, вот. Поэтому я это понимаю, принимаю, и я не надеялась на то, что будет супер-вау, типа, возможность наряжать и всякое такое. Честно думала, что когда будем наряжать елку, нужно будет, чтобы Андрей пошел куда-то с Даном, потому что думала, мы ее не сможем нарядить с Даном. Но нет, Дан спокойно стоял. Но это максимум, что могло быть, потому что Андрей как бы оператором должен был быть для профессиональной фотосъемки, но он занимался Дан. То есть насколько это было возможно, настолько мы пытались реализовать вдвоем эту съемку, да? Но там получилось очень красиво, еще у нас перетасовка кадров. И эту круговую гирлянду мы забрали на кухню, потому что она практически на всю кухню ее хватает. А на елку мы повесили кое-что другое. И, боже, как же оно обалденно светит, если бы вы только знали. То, что мы купили, я что-то не поняла. Ну, мы думали, что это будет тоже длинная гирлянда, но тоненькая. А оказалось, что это гирлянда, которая цепляется на верхушку елки и свешивается. И, боже, как же это красиво получилось. Намного ярче и прикольнее, нежели вот эта вот гирлянда. Если бы она была вот такого вот размера, здесь бы был свет в комнате, как будто бы горит именно ну, натуральный обычный свет, да? Да. Вот. Так что, такие вот дела. На этом, наверное, мы сегодня завершим влог. Я себе его немножко, правда, представляла по-другому. Поэтому, ну, чуть-чуть я подрастроилась, но... На самом деле, блин, ну, зато это влог не такой, что прям типа, а я это делаю ради съемки. Нет, он просто душевный, домашний, и вот все так наряжают, и мы так наряжаем. Мы ничем не отличаемся от других людей, да? Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, это формат именно влога было, наряжение такой елки. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы вас любим очень-очень. Всем пока-пока, до завтра. Ну, зай. Пока.